Одним из лучших кумулятивных танков War Thunder является ИКВ-91. Этот ЛТ находится на боевом рейтинге 7.3 и имеет лазерный дальномер. Здорово, танкисты, с вами Укус. Сегодня расскажу вам об этом ИКВ-91. Это приятный ЛТ, который имеет довольно неплохую подвижность, имеет 90-мм пушку и стреляет только кумулятивами. В начале видео я сказал, что это один из лучших ЛТ. И это реально правда. Хоть у него здесь и 90-мм пушка, но кумулятив тут немножко другой. Пробивает он тут выше, не как на стандартных 90-мм пушках. На них кумулятив пробивает всего лишь 320 мм, а тут целых 400. К тому же на танке установлен лазерный дальномер, что позволяет вам стрелять очень точно на больших дистанциях. И это все на боевом рейтинге 7.3. Вы можете занимать позицию и накидывать издалека, потому что на таких БРах, как правило, стреляют все на глаз. Частенько будет залетать нормально, но иногда тоже будет случаться попадание. Попадание – это очень частое явление на кумулятивных танках. Играя на кумулятивных танках, вы можете отвыкнуть от ваншотов и впоследствии, когда сядете на какую-нибудь бабаху, почувствуете игру заново. Сочные попадания и сочные ваншоты – это все про камерники. Ну а кумулятивы – это, можно сказать, дырокол, который иногда дамажит, а иногда нет. У самой же ИКВ-91 довольно неплохая подвижность, 64 км вперед и 11,5 назад, что позволяет нам спокойно играть в ближнем бою и особо не напрягаться. Скорость поворота башни тут 23,5 градуса, вертикальной угол наводки минус 10, а время перезарядки 6,4 секунды на экспертах. Приятная баллистика и довольно приятный урон по мере кумулятивных танков. Как вы знаете, 90-мм кумулятивы довольно плохо дамажат в War Thunder. Вы можете как делать ваншоты, так и попадать пару раз в БК, и оно не взорвется. На ИКВшке хоть и 90-мм пушка, но почему-то кумулятивы дамажат довольно неплохо. А также выживаемость самого танка тоже довольно неплохая, почему-то он иногда танкует попадание в борт. В этом видео на фоне как раз я это и проверил. Снаряды, конечно, мы можем танкануть, но вот браунинг, скорее всего, нас распилит, поэтому под автопушки, ДШК, браунинги лучше не подставляться. Как я уже говорил ранее, играть от ближнего боя можно, но очень осторожно. Я же выбираю какой-то агрессивно-сейвовый геймплей, то есть я играю на центре, но в то же время не подставляюсь. В этом видео на фоне я как раз это и сделал. Если оно тебе понравится, то не забывай прожимать лайки и писать комментарий, а также использовать мою реферальную ссылку для покупки чего-либо War Thunder. От себя же хочу добавить, что ветка Швеции проходная. В основном ее идут качать только ради топов, потому что это по сути леопарды, но с ломами в стоке, на которых не приходится страдать на кумулятивах, а можно сразу играть со старта. Сейчас добавили финскую ветку, поэтому техники стало еще больше. Но опять же, у нас есть Китай с такой же плюс-минус техникой, если брать советов, да? Теперь же они появились в ветке Швеции. Если средние ранги еще норм, то вот притопы Швеции это довольно неприятные машины. Там либо центрионы на ломах, которые СТРВ-104 и СТРВ-105, либо САУ без башни. Но к сожалению, как бы улитка не хотела, она так и не смогла нормально настроить эти СТРВ-103. Наведение корпусом довольно всратое, особенно если вы находитесь на склоне, выцелить какой-нибудь пиксель невозможно. Если бы они сделали наведение корпусом так же, как на ВТ-1.2, то есть без двигателя и без трансмиссии, то было бы довольно неплохо. Вечно ломает трансмиссию и ты прикуриваешь. Ну а так лучше вообще на них не играть и ждать лучшего момента, когда их настроят. Но если ты все-таки решил прокачать ветку Швеции, то лучше это делать на ЦВ-90-105. После обновления стала какая-то имба, очень хорошая подвижность, выживаемость, автомат заряжания, 5 секунд перезарядка. В общем и целом пушка. Досматривай видео до конца, пиши что думаешь, а также не забывай подписываться на канал. В комментариях я бы хотел услышать ваше мнение по поводу кумулятивных танков War Thunder. Какой вам больше нравится, а какой лютая подлива? Я понимаю, что для каждого есть свой уникальный танк, свой любимый танк, на котором он играет. Для кого-то ИКВ-91 может быть парашей, а для кого-то довольно неплохим танком, на котором он играет. Я же стараюсь не играть на кумулятивной технике, не люблю, когда игра за меня решает, будет попадание или ваншот. Поэтому, чтобы моя жопа оставалась в целости и сохранности, я играю на нормальной технике, что и вам советую. Ну а вы, найдите для себя нормальную технику, которая не поджигает вам жопу, а только приносит положительные эмоции. Я же с вами прощаюсь, до новых видео или стримов. Приятного просмотра. Двое, да? Блять.
Куда делся? Там выехал. Нормально. Танканул бортом, блядь. А чел где-то справа должен быть. Ну-ка иди-ка нахер, блин. Командир-наводчик. О, это деду надо. Это надо мне. Да. Ну все, урон закончился. Но я бился как лев. Тигр просто. 8 киллов. Ну еще народ есть, но резаться нет смысла, наверное, они на респе останутся. Хотя он может, по идее, в крысу проехать вот так вот. И забрать точку. Будем на это надеяться, поэтому возьмем дублер. Но маловероятно. Точка моргала, интересно. 47-го не шотнуло. Баллистика плохая. Зато здесь СО есть. В смысле баллистика. Тут же лазерный дальномер есть. Замеряешь, пожалуйста, вот тебе баллистика. Он тебе сам выставляет дистанцию. Циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание, циркумфлекс, подчеркивание. Ладно, блин. Ладно, уговорил ты, блин. Давай еще раз циркумфлекс. Маусятина. Ну никто точку не сбивает. Почему так-то, блин? Бедного Мауса там пытается победить. Я, наверное, успеваю. Откис один. Это мое, я забрал свое все. Прикинь, обидно, не дал добить ему. Все, очко за очко. Глаз за глаз. Жопа за жопу. Уже гачи микс какой-то получается. Блин, взял дублера ради одного фрага. Не густо. Не густо, товарищи. Да я думал, он поедет сбивать точку, потому что он был с левой стороны, как бы, и я думал, он сейчас заигнорит этих противников, которые там стоят на центре, объедет, собьет точку. А он решил Маус ковырять полчаса. Пока он Маус ковырял, я за это время приехал, убил его в спину. Да. Ну, 90-миллиметровый кумуль здесь дамажит нормально, если не считать попадания по М18, который не сдох почему-то. И, ну, этот, 47-й. А так норм. Здесь еще лазерный дальномер есть. На дистанции можно просто замерять и стрелять. Так что, получается, один из лучших кумулятивщиков, если не лучший.